Межнациональный концерт «Нам Волга-матушка на всех одна» организован немецким культурным центром «Надежда». Творческие номера подготовили коллективы и исполнители немецкого, белорусского, башкирского, армянского национально-культурных центров, а также ученики музыкальных школ города. Межнациональный концерт «Нам Волга-матушка на всех одна» призван объединить народы Поволжья, показать, что нас много, мы все разные, и на территории Самарской области проживают практически все люди, которые раньше когда-то жили на территории Советского Союза, всех республик союзных. И вот такие концерты, такие мероприятия показывают то, что практически ничего не изменилось с тех самых пор, потому что мы до сих пор вместе и мы до сих пор дружим. Общественная организация Самарской области «Региональный центр немецкой культуры «Надежда» действует с 1991 года. Ее задача – сохранить национальные культурные традиции, немецкий язык, укрепить дружбу и взаимопонимание между народами. Организация объединяет российских немцев, проживающих в Самарской области, и имеет 5 филиалов – в Тольятти, Сызрани, Отрадном, Похвесново, в селе Макарьевка Безенчукского района. Они в первую очередь направляют свои усилия на то, чтобы работать с молодежью. Это и воскресные школы, это и языковые курсы, это и дискуссионные клубы, это большое количество мероприятий, которые проходят в самом национальном центре. Кроме городского межнационального концерта «Нам Волга-матушка на всех одна», региональный центр немецкой культуры «Надежда» ежегодно проводит областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье» и открытые семейные чтения «История семьи. История народа». Лариса Шлафаст, Елена Чернявская, Константин Головин. События.